Куда едете, ребята? В Ossетию, в Ossетию, вива Ossетия! Tskhinvali девочкой остались вдвоем в этом доме. Муж погиб, но не сейчас, а в той войне погиб. И вот мы так, вот во что превратили наш маленький красивый город. Да это ничего, то, что творится, вы еще не знаете. В Знаурии они заживо 50 человек сожгли. Танк прошелся по старухе с двумя детьми маленькими. Их в кашу превратили. Я не знаю, что сказать. Если только Бог нам и Россия поможет. Мы надеемся на вас. Gracias.